Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале MotoHiker. Сегодняшним видео мы устроим с вами небольшой раскоробкинг вот такой вот интересной посылочки с Алиэкспресса. Я предполагаю, что в этой посылке находится крепление для GoPro к моему шлему, а это Shoei GTR 2. Соответственно, сейчас мы вскроем эту коробочку и посмотрим. О. Так. Ну, запакована она, между прочим, классно, да? Смотрите, все четенько, прям молодцы. Прям порадовали. Так. Достаем теперь содержимое. Содержимое вот в таком вот интересном фирменном пакетике. Как вы можете видеть. Все по фэншую. Мне это нравится. Как она открывается здесь? А, все очень просто. Вот. Опять же, тут все в пакетиках. В общем, что представляет из себя данное крепление? Это крепление сделано именно под мой шлем. То есть, видите, здесь даже они повторили рельеф моего шлема. То есть, я сейчас вот эту вот маленькую штучку, ну, не сейчас в видео, а потом я его приклею вот таким вот образом. То есть, без всякого, видите, лишнего нагромождения. Все подходит четко, точно по рельефу. Не выпирает. И потом вот такой вот штукой непосредственно в это крепление можно вставить и прикрутить сюда, например, GoPro. То есть вполне очень себе удобно, компактно. Поэтому, если кто-то задумался о том, как прикрепить к своему шлему камеру, так что хочу вам сказать приятную новость. На Алиэкспрессе можно заказать вот такие штуки под разные шлема, то есть они уже будут сделаны именно под ваш шлем. Что, в принципе, избавляет вас городить всякие там рычаги на шлеме, в общем, всякую хрень. Поэтому, да, не смотрится классно, вообще не выпирает нигде, вон, компактно очень. И камера будет точно по центру, скажем так. Если, скажем, у меня раньше вот здесь была такая липучка, и с помощью рычагов у меня крепилась камера, то есть центр тяжести был немножко смещен, соответственно, а тут должно быть все прям точно по центру. Так что вот такой вот небольшой раскоробкинг я вам сегодня устроил. Надеюсь, вам понравился видос. Если будут какие-то вопросы, пожелания, пишите в комментариях. Ну а с вами был Вилли, канал MotoHiker. Подписывайся, если еще не подписался. Все, всем пока.